Теперь, Роман Александрович Мельников, меня через соцсети жители пригласили прогуляться по городу, посмотреть город, наши дорожки, тротуары. Я вчера походил, посмотрел, ну понятно, весна, мы с вами снег активно убирали в этом году, снега было много, но, значит, весенняя погода нам преподносит сюрпризы, мы, конечно, должны быть к ним готовы. Есть места, где наледь, скользко. Вот я вас приглашаю прогуляться по городу. Значит, возьмите ответственных лиц за те участки дороги, по которым будете ходить главных кругов, и управляющей компании, пройдитесь прямо завтра. Проверить, если где-то не сделано, доложить. Нет, почему не сделано? И вот давайте договоримся работать, как эти ребята. Их никто не толкает. Они делают сами. Мы с вами должны свою задачу и свои полномочия отрабатывать без напоминания. Да, город большой, можем что-то не успеть, но если нам сделали замечание или попросили это сделать, моментально нужно эту проблему устранить. Вот давайте будем учиться работать в таком режиме.